Безумная акция в честь праздника Хэллоуин на ZakaZaka.com. Похищение красного Зака злостными тыквами, квесты, раздачи, конкурсы. Это все Хэллоуин на ZakaZaka. И, конечно же, скидки на новинки и хиты ZakaZaka. Ссылки в описании. Welcome to CSGO, ребята, с вами Филиппин, так, Савио Микки, мы продолжаем играть в зомби-режим. Всех с Хэллоуином и всем привет. Хэллоуин настал, твою мать, а тут... Когда он настал, кстати, я даже не знаю. Он еще не настал. Ну, настанет. Или настал. А когда он? Времени, как выложится эта серия, настанет. Кого что встал? Я не понимаю, ребята, что происходит. 31 октября, Хэллоуин. Сука, я зомби. Вот договорил о Хэллоуине и стал это... Все, я тоже стал зомби. Тут стационарная лавка летсплейщика, прикинь. Если так, ты там кстати. Постоишь, то ты сможешь услышать даже Виталия. Там да. Голос такой слышно, как будто вот реально из пятерка не говорит. И все, кстати, к этому компу подошли. Что очень странно. Нахерна-то? Это радио. Здесь радио рядом стоит. Радио? Да, но у меня его не слышно, значит, я выключил какие-то еще настройки, чтобы не слышать кого-нибудь. Так, в общем, карта каньонщик, да? Я первый раз играю, на самом деле. Я уже карте. Играл. Чего не понимаю, что здесь происходит вообще? Ну, люди пытаются пару, отразить атаку зомби. Зомби пытаются заразить. Вот что здесь происходит. Не, ну это понятно, что типа. А еще, еще все зомби заблудились, кстати, и пытаются найти выход. Не только так-то зомби. Вообще все заблудились. Тут я заблудился вообще впервые. Все, чертов Хогвартс. Вообще ничего не понимаю. Вообще не знаю, куда идти. Все, да. Все, правильно бегу. Вот тележечка тут должна была быть. Вот тележечка, да. Я в туда зашел. Так, нет, мне кажется, там респа. О, ребят, я пацан пишет, за бомжа рот порву. За бомжа рот. Рвот, да, рвот. Что делать, пацаны, я заблудился. Нифига, чуваки еще на стенах не только контров рисуют, а зомби. Что за звук, кто-то гавкает? Квак. Квак. Это наконец серии надо. Кто же ребенка включил, ребят? Этот звук из Half-Life. Нет, это мартовская кошка, когда ебаться. Квак. А, да-да-да, точно. Так, что за натычки тут из камней? Так, я знаю, куда двигаться. О, я не даже знаю, не сломал здесь, ну-ка, если я сломаю. I Love Zombies, это я что нарисовал? Нифига себе. Ты там рисуешь, что ли, художник? Ну да, рисую мелом на стене. Стой, имени Такса, нарисую граффити. А, вот она упавшая штука. И гордись этим. О, слушай, туда можно подняться. Блин, мы в профане с чуваком. Вы уже зомби поднимаете. Чувак, куда ты едешь? Косинус. Че, уж зомби раньше вас? О, что-то... Если где-то рядом с косинус, значит и синус. О май гад, что он случилось? Я не знаю, я на какую-то хрень нажал. Я на какую-то хрень нажал, слушай. Что за... Ты всех убил. Ты просто всех заколбасил. Один вон... Я вот сейчас, честно... взрыв. Не знаю, мне пишут, типа, нахрен я это сделал. Походу, короче... Там, смотри, я залез в какую-то штуку, упавший, короче, камень, да, был? Я залез на них, и там была коробка железная, да? Я по ней чиркал, нажал на ей, сразу сдох. А, либо это совпадение, просто. Либо это реально. Вот так-то ты всех убил, мне кажется. Слушай, тогда я в следующем раунде тоже туда нажму. Давайте вместе это сделаем. Отлично, и проверим. Вот давайте сейчас вместе побежим, и там, когда будет падать камень, вы это помните, да, что он падает там? Так, давайте вместе найдемся. У компьютера давайте все встречаемся, это, ребят. Это слишком надо... долго, но я у компьютера, вот. Вот. Так, все. Компьютера... Все, бежим направо, бежим направо, 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 направо. Куда это, Виталий, сюда быстрее. Должен Виталий своим немецким голосом. Вот, давай, я знаю, куда бежать. Там ничего, тележка, может, не отошла. Саня, пожалуйста, веди нас. Все, отошла, вот сука же, а. Отошла, что у тебя отошло? Воды отошли. Роды сейчас будут. Черепаха вышла. Да. О, чуваки-то застряли, смотри, давай поможем им. Черепаха. Так. Штукой. Это, наверное, в игре. Это все обманка. Это все обман, чтобы набрать классы. Классы? Да. Перевод Фаргус. Фаргус, ну или... О, он ножичком просто ломает. Вот здесь где-то упадет, смотри. А, телега покатилась назад. Смотрите, вот там камень сейчас будет падать, смотри. Вот он. Давай посмотрим. Ген эксген, пацаны. Вот он падает, смотри. Сейчас я по нему полез, смотри тогда. Вот давайте сейчас полезем по нему вверх. Вот, все, прыгаем. Вверх лезем, да? Ага. Смотрите. И там была коробка железная. Только ее что-то нету. Она вот здесь за камушком. А вон она. Вот эту хрень, да? Стой. Бля! Тише! Идиот! Тише. Я не знаю, что это. Слушай, ну ладно, хоть мы не сдохли. Бомба, там уже зомби бегут, смотри. Ого, прямо на него! Вы это видели? Твою мать! Видел. Это по хрящи Battlefield. Ядрить твой налево. Что за...
Кажется, просто он неожиданно скалу, и она обрушилась прямо на зомбарей. На одного зомбарей. О, ракета, ракета, смотри, что там сломала нам. Офигеть, карта-то, офигеть. А что дальше делать? Это как? А, о, Саша ювелир. Кстати, этот путь был выгоднее даже для нас. Мало того, что мы там перекрыли дорогу, да? Пацаны, это очень опасно, тут просто Саша ювелир. А, понятно. То есть вы пошли как бы... Я так пошел, да. А Виталий где? Не знаю, я внутрь этой хрени сейчас зайду, смотрите. Виталий? Ой, я не знаю, как мне пробраться... Как мне пробраться? Наверное, вот так. Я говорю... Бункера! Что там такое произошло? Я в бункере уже. Я здесь дышлю. Пошел наверх я. Опа. Пусто. Там уже вызвали лифт, блин. Он уже вниз идет. Эбола. Да, тоже на Эболой смотришь. Смотри на меня. Ого! Шахта лифта. Смотри, мы сможем допрыгнуть до этой лестницы. Ого! Мы лифт, это дверь не закрыли. Спускайся вниз, быстрее. Там зомби, понимаешь? Быстрее. А! О, убегай! О, господи, что вы сделали? Твою мать, опять что? 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 Какого хрена? Кто чё взорвал? Белый экран просто. Белый экран. О, все. Белая скатерть, разбитые блюдца, девочки плачут, зомби. Их мальчики сосутся. Дерут, да. Кстати, да. Ой, зря, не вылазьте из бункера, короче. Вот идиот. Я думал, Виталь, вот ты как. Как, а как он же вылез там? О. Тут лесенка была. Ты хочешь, да? Ты предлагаешь людям узнать о новости, о которой уже знают все, о том, что Тим Кук, он нетрадиционной ориентации. Еще назвал он чудом божьим и гордится этим. Шибись просто, да? Да, это вот поговорка девочки плачут, их мальчики слышат это здесь. Ты вылез из бункера, да, похотел полазить, да? Давай, говори. Вот, полтора этажа сейчас, ниже. Сейчас будет под вашим. Вот теперь под вашим всё, этажом. Да? Все, нашли. Да. Все, валите, у него мало хп. Slow Jack. Я его It's расстрелял нехило, Jack. Кстати. Он ранен, сзади за спину кому-то обходит. Ой-ой-ой! Этому зомби слили. Ой, идиот, давайте повторим, вы знаете, куда бежать, в ту какую-то щель, да, справа от этого. Все, бежим туда. Вот я Вилмики вижу, кстати, перед. Олега вызывайте. Да-да-да. Найс. Саша, ювелира вызывайте, нам нужно все ювелиры провернуть. 5, 4, 3, 2, 1. Тележка, сука. О, сейчас уехала без меня. Вы чего, камни не можете сломать вот эти решеточки? Они же застревают. Вы кидаете жвачку на улицу, а бедные бомжи думают, что это хлеб и становятся модными хипстерами, жуя жвачку. Параличка, яичко. Да. Так. Думают, что это хлеб, и они становятся голубями. Мы тут про голубей. Они питаются голубями, кстати, которые в свою очередь питаются жвачками, думая, что это хлеб. Вот такая логическая цепочка. Как нам эту лестницу? А, она же не здесь. Вон, там видно, что ты хрень, короче, по ней стреляешь. Ага. Не, я сейчас приду. Ой, кто тут вызвал обратно эту? Тут не ломается ни хрена. Я стреляю за всех сил. Окончились патроны. Ой, а там уже разрушилось. Ой, пацан, тут какой самонадеянный ублюдок сидел тут один. А мне кажется, стрелял. Там уже разрушилось. Нет. Стрелял. Что-то непонятно, может в каждом раунде по-разному? Не может такого быть. Тут опять все упало почему-то, я хз как. Зомби уже бегут, блин. Давай, я заморозил. Ой, сука! Вот она упала. Вот круто. Самое ржать, что я сзади зомбари меня, блин, не видит. Опа! А меня тоже не видят. Или меня зомбари. А что упало-то? Эта штука, она не обвалилась нифига. Ох, подойди ко мне. План не сработал. Да все, бесполезно. Лёха замуровался. Я замуровался. Ванамас, вызывайте. А, я реально в текстуре. Звонок Ванамасу в студию. 1-337-28-69, горячая линия. Чистая линия. Пикантная, да, чистая. Выходи, Лёха, выходи. И патроны в тебя не летят. Красный камень, сегодня Лёша выйдет погулять? Нет. Это, знаешь, симулятор камня. Тоже сижу на месте и окружающий мир разглядываю. Кто опять гарпит? Ты слышал это? Да? Ты тоже? Готов. Давай тут вместе просидеть по душам говорить. Теперь давайте так же пойдем или как? Давайте на тележку успеем, я бегу, стараюсь на тележку. Давай. Там надо уворачиваться. Я так же бегаю, когда сажусь на третий автобус, чтобы доехать до универа. Ты теперь спалил, что ты ездишь на третьем автобусе.
Капец, как информативно. А я на седьмом езжу. Я на седьмом этаже, это как третий. Это как шестой, но он на один повыше. Иногда залезаю на крышу, а сейчас я залезаю в тележку. Залез. Пытаюсь уехать от Олежки, которого здесь нет. Что такое? Это за что? Почему? Ну что у тебя это не дали ты проехать? Я не знаю, мне не дали пролезть. Это, кстати, напоминает мне чем-то это игрушку метро. Потому что ты ездишь на резине. На резине, да. Ой, я на тележку запрыгнул, и снова меня скинули оттуда. Кстати, пешком было быстрее реально тут добежать. Ну что точно. Я питаюсь хаслом, это амахасло. Так, вот здесь вроде давай, ломается. Давай, амахасло, побежали. Кабачок. Давайте ломайте. Ломайте тут эту хрень, сломайте нам ее. Вот, справа, камень. Камень надо стрелять? Да, ну, да, хрень да, какую-то. Камень ломай. Как бы это странно не звучало, да? Вот этот камень? Я не знаю, нет, надо куда-то и в эту стрелять. Сейчас голосование, ну, кстати, сейчас, будет. Дострелялись! Давайте я хочу в этом раунде зомби выиграть. Короче, за зомби теперь. Пацаны, вы сзади никого не забыли с мужчиной, а? Так ты сзади стою. Нет, я тебя не буду заражать, давай его не заражать. Давай не заражать. Давай не будем заражать. Не-не-не, он тебя не спалил. Не-не, не будем, просто прикольно. Да нет, не стреляй, мы не будем заражать. Да я серьезно, слово пацана. Не будем заражать, мы по приколу. Че такое очко-то? Да иди сюда. О, кстати, смотри. Мы не будем заражать, слышишь? Вот. Пока. Успокойся. Смотри, тут что-то... А вон как-то взрывается. Погоди, а у тебя что? У тебя два, один под этой... Подожди, это что? Ага, вон как взрывается-то. Офигеть, там за бомж. Да подождите, пацаны, какой бомж? Вернитесь, там, короче, потайной вход взорвал себе. Я не буду тебя убивать, слышишь? Дай мне пройти. Я потайной вход себе открыл, слышите? В Нарнию. Ой, а тут человек бегает. Ну охренеть. Вот, а мог бы с нами потусить, и мы поугарали, типа, ой, с два зомби сидят, кенты такие вообще, братки. Ты меня пропустил, тот бомж вообще не ожидал, что я сзади к ним приду. Блин, а как взорвать-то? Я хочу взорвать. Ладно, я побежал туда, постараюсь выиграть. О, тут как, тут какая-то яма. Слышишь, Виталь, выходи из этого дупла. Да я видел, яма какая-то, да. И там, короче, проход какой-то. Тоннель, типа. Давай в него заходи. О, а, там яма, да, сделана, да, такая? Я не знаю, это какие-то же... Не знаю, куда идти, что это за катакомбы? Катакомбы из совка еще, знаешь. Ого, давай быстрее, я хочу в этот бункер. Только не нажимайте там ничего, ребят. Только не нажимайте. Подспой, вот кто-то снимал. Так это респа! Господи. Ну да. Все запутано, завязано как-то вообще прям... Санта-Барбара, а? Санта-Мария, мне показалось, ты скажешь. Санта-Мария, бич. Пора двигаться к этой большой хрени. Сейчас это... Не знаю даже. Кто? Ой. Залезь сюда. Опять кваканье. Да, опять квакает. Сирена. Нам надо добраться до туда. Не знаю, как... Ой, она меня сбрасывает отсюда. Я делаю прыжок веры, пацаны. Уже крадутся. Ой, я на бункере бегаю, круто. Чё ты понтуешься? Люк закрыт. Тю-тю-тю-тю-тю, сейчас там я... Там песня, это понты. Вам же уехали, скоты, на лифте. Это понты. Это скоты. Понты. Это понты. Ну круто. Так, ну я знаю, как туда добраться, сейчас я... Ну как, вот как, давай. Я знаю, ой, шахту лифта-то не взрывайте, меня пришибет отсюда. А, лифт, лифт сейчас подгоняется. А мы выиграли, круто. Успел. Фудскех, ребят. О, еще раундик мы тащеры. Еще раундики мы вин. Come on, to guys. We are power. Я снова направо бегу, я бегу первый, и поэтому я вызову тележку сразу. Вот такую. А я от вас отдельно побегу, потому что я хочу. Я вызову тележку Олежку. Да, я уже про это говорил. Знаешь, это... Олег, мастер по дыркам. Блин, я не смог первый вызвать ее. Все, едем. О, поехали. Ну опять я не запрыгнул на нее. Почему не запрыгиваю нормально? Бред какой-то. Так, я по вам стреляю. Ой. Тут уже надо спрыгнуть, короче. Быстрее добежать можно. Где тут что, куда бежать, Лёх? Ой, меч не убило. Не убьет сейчас же! Вот я вижу, Лёх, там тебя всё, и где у нас. Смотри, здесь, короче, есть Виталий бомба. Макса, иди сюда. Макса, ты где? Назад, смотри. Оп. Еще раз украсил что-то там. Погоди, стой. Чё ты хочешь-то? Чё это дострел? Твою мать. О, сломалось! Где? Мы... А, здесь что ли? Господи.
Ура, побежали наверх. Вот давай, оно, давай, давай, все, давай. Все, все, давай, давай, текстурки-то какие-то. Как они ее взорвали, мне интересно. Сейчас мы, короче, здесь бомбу активируем сразу, да? Время крушить, время. Нажимай Е, отлично. Только здесь. Я уже зомби. Или что, постоим прям там? Виталия можно подождать. О, на ракете чуваки полетели, как в Незнайка на Луне, прям в мультике. Офигеть. Там зомбарей, смотри, сколько. О, чувак, даже. Ого. Я прям не гранатку кинул, сейчас еще заморожу их. Фриз, фриз. Блин, сука, мимо. Так, побежали, 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 побежали. Ей, куда бежать, Леха? Хантер меня не видит, надо идти. Вот туда, 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 туда. Можно успеть спрыгнуть. Ну-ка, ну-ка, мы здесь можем, нет? Мы по этой херне можем по цели пролезть, ну как-то вот... А потом как мы залезем? Вот там вот есть вариант зайти внутрь, смотри. Вот, вот я вот так медленно... Смотри, еще успеваем, у тебя есть замораживающая граната? Зомби, зомби, давай сбросим с этой херни. Все, я его сбросил, отлично, отлично. Макса, не лезь там, не лезь там. Карамба! Я тебе сказал, иди за мной, ну зачем ты? Там простой, примитивный выход, который... Вообще, со всех сторон, ну ты как сказать, защищен. Зачем я это сделал, чуваки? Там пройти было вот 2 метра нахуй. Ай, зомби заразили, падла. Я тебе предупреждал, не надо лазить. Не надо лазить по стройкам, по гаражам. С наркоманами свяжешься. А то взорвешься. Вот и все, друзья. Вот и сказочки конец. Спокойной ночи, малыши, типа, это бай-бай. Хай-хай, с вами врет ты хай. Бай-бай-бай. Ну, молодцы, ребят, сука. Все, 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 сука. Сука, заразят, сейчас, заразят, 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 нет, нет, нет. О, чувак, умеет летать, а это ладно, не гудини. Отлично, вырубили одного. Там один в лестнике застрял, его можно легко вырубить. Я вообще просто наблюдаю за вами. Виталий. Я тоже. Месье, вы тоже, да, сможете? Итак, давайте сделаем четкую аналитику игры. Он посрает. Он стал зомби. Диван аналитика. В общем, это крутая серия. Ставьте лайк, пацаны, и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Всем пока. Адьос, амигос. До новых встреч.